бы не жить жизнь просто для этого специально, да. И это немножко просвечивает, да, ну, чтобы не жить свою, ну, а как все, чтобы проблемы своей жизни не решать, бла-бла-бла, ты чё, блин, мужик, что ли, какие проблемы, ноги раздвигай, некому, значит, привлекательный будь, будь покладистый, найдется кто-то, я никогда не поверю, что женщина, у которой есть... Ну, который куда-то ходит на какую-то работу, даже с метлой, без метлы, я шучу. Да, понимаю. То есть куда-то она выходит, что ее никто там, что ее никто не хочет там осеменить. Если она нормально покладистая, если, да, понимаю. Ну, не знаю, веди себя как-то так, то да, найдется, кто-то понимает. Да, то есть ты в общество куда-то выходишь, следовательно говоря, да, понимаешь, ты это же приходит, да, ну вот и все, ЧТД, вопросы есть. Можно жить, оказывается, жизнь дальше, да. Ну живи тогда как Мегера, одевайся, чтобы непривлекательной быть. И работай на без. Да, и живи своей душой такой скромной, целочкой закрытой такой. Пока, да, я тебе предупреждаю, что, да, что это тоже нездоровый вариант. Да, понимаете, да. Ну, будешь вылизывать чьи-нибудь раны. Хотя, да, это не надо. Милосердие. Вот ты понимаешь, для детей имбецилов. Да, то есть для детей, которые у тебя рождаются, они, им нужна мамина титька, мамина тепло, им нужен монстр, который... Советский танк, да. Им нужно, да, защита. Они даже говорить не умеют, понимаешь? Они как имбецилы. Они на ногах стоять не умеют, они кушать не умеют. Они, у них даже глаза смотрят неправильно, понимаешь? То есть они даже глазки открывают, вот они там первый вдох, дыхание. Они глаза открывают, и у них как бы зеркальное отражение в глазах. Ну, то есть у них мозги еще не работают нормально. Я без метафор говорю, я про детей говорю, нормальных, настоящих, младенцев, да, вот им нужно милосердие, да, мы просто охренели вообще, да. Да, то есть это есть настоящее милосердие, всю жизнь рожать, и да, вот и все, и быть, ну, типа того, покорный, да, типа того, а это все ложь просто. Когда ты входишь даже за какие-то за чей-то счет, где-то там бесплатно, даже когда ты такая Дева Мария, это какие-то общественные дела бесплатно, это, ну, типа того, это все ложь просто, это форма лжи просто, чтобы свою жизнь не жить нормально, да, здоровую человеческую, ну, наверное, получается так. Хорошую лапушную мамину, родную, и да, как-то... Но меня это не касается. Я просто тебе объясняю, что здесь... Пытаюсь донести до тебя, что врать даже здесь негде, понимаешь? Как-то да, ну, да, я... Нет, мне на вас насрать вообще, да. Я тебе ни про что вообще не говорю. Да, да, она понимает, да, что всем можно жить, понимаешь? Да, да, и все к добру, да, и у всех есть какие-то... чтобы можно было жить дальше. Не знаю, я что уж это... Да. Какие у тебя пути? Да, никаких путей, тебя возьмут и, да, на руки отнесут куда надо, и все, да. Типа того, наверное, как-то так. Да, все остальное ложь. Любая работа для женщины – это ложь и зло. Да. Народ, вы все психбольные уроды, что ли? Меня это не касается, это ваши проблемы, да. Ну, все это понимают, да, представляешь, да. Меня это не касается, это твои проблемы. Да, понимаю, на тебя просто же. Такое вот эти оно такое, которого не существует. А потом ты сдохнешь, и оказывается, что этого оно не было никогда. Просто надо было жить нормально. Ну, к примеру, просто так, потому что все ненормальности. Часто как будто не знаешь, что этого не существует. Характер мешает, что ли? Чего тебе мешает? Поняла, она тебе. Ну, она о себе так думает. Ну, я понимаю, это. Наоборот, да, наверное. Ну, наоборот, она тебе о себе так и говорит. Ты на меня не смотри, ты меня не знаешь вообще. Ты сумасшедший, ты меня не слышишь, что ли? Понимаете, ненормальные уроды, блин, да. Я тебе говорю, вы все психбольные уроды, вас вообще все куда-то из котла не вылезаете, вот всех ходу варить надо, блин. Меня не касается, я просто уже специально так вот, чтобы просто как-то задело, что ли, что, да. Видишь, а не, ничего страшного, живи как семья, так всю жизнь, да. С вашим же сестью. То есть, да, да, да. Ну, вот это он имеет в виду. Ну, какой-то вообще просто, да.
А ты никого не жди, может быть? Да нет, он о себе так говорит, потому что да, ненормально, да он, ну это вот он тебе думает так. Так ты о себе думай, ты зачем про меня? Мне на вас, на всех насрать, на кучу баб ваших, да. Понимаешь, что ли? Я тебе говорю. Я просто тебе объясняю, что женщина не может никого ждать, потому что женщину должны кто... Да, понимаешь, она тебя. То есть это всего лишь извращение для того, чтобы... Че, да, поняла она тебя. То есть не надо меня ждать, понимаешь? Потому что я тебе вас брать не буду, понимаешь, если ты это имеешь в виду. Ты меня не знаешь, я тебе еще раз говорю, что я вас брать не буду, мне не нужны, да. Понимаешь? Но она... Ненавижу тебя! Проклятый урод, да. Ну нет, ну наоборот, да. Это он имел в виду. Смотри, вот логика. Зачем мне тебя или кого-то там... Ненормально, как ты врешь, как ты врешь, где негде врать, я тебя вообще просто ненавижу. Ну вот это он имел в виду, да. Ну он это имеет в виду. Ты про себя говори. Ты про меня не надо. Урод, блин. Найду как поухаживаю за кем-нибудь, но не за тобой! Не за тобой, блин! Когда решу, да. Я тебе просто объясняю, что сидеть и ждать, потому что тебе кажется, что кто-то тебя что-то там выбрал и что-то там будет у тебя это самое. То есть это, да, это форма извращения просто. Потому что, да, а настоящая твоя жизнь в том, что у тебя на работе ты там мымра советский танк, понимаешь? Ну, например, или там, где куда ты выходишь. Да, понимаешь. Ну, типа того, да, понимаешь. Ты же врешь, мразь! Ну, он про себя и думает это, да. Урод проклятый, будь ты проклят. Да, ты проклятый просто, и все, да. Они есть в публичном пространстве, я с ними как с мужчинами обращаюсь, поэтому. Ну, то есть не то, что там как-то обращаюсь, а просто специалист, друг или. Да, ну, типа того, да. Ну, это он имеет в виду. Нет, я на них. Ну, он о себе так думает. Ну и думаю о себе, я-то здесь при чем? То есть, да. Ненормальный урод! Я тебе объясняю, что ты больной, просто больная ты! Вот и все, да! Да, поняла она тебя просто, да. Да, с больной на здоровую не перекладывай. Да. Ну, он о тебе думает, да. Еще раз объясняю. Вот смотри, женщина, которая вот сидит и кого-то, например, ей кажется, вот я его люблю, например, у нее активность какая-то. Вот я его люблю, потому что кажется, он меня выбрал. Я тебе объясняю. Ты меня не знаешь, за меня не надо говорить. Если бы я вас кого-то выбрал, я бы давно, ты бы давно уже беременная была и так далее. То есть мне вы нахер не сдались, я тебе открытым текстом это 1000 раз уже сказал. Нехер, да. Еще раз объясняю, да, то есть мне, ну, меня это не касается. Вот теперь еще раз услышь меня, ненормальное создание, да, женского пола. Еще раз объясняю, да. Если, да, то есть
Да, женская тема такая, что тебя должен, ну, кто-то взять, понимаешь? И ты ни на кого не рассчитываешь конкретно. Тебя берут, потому что ты хорошая, и кто крепче взял, ну, это уже не важно. Просто тебя кто-то берет, понимаешь? Кто-то из толпы. Из толпы, блин, да, ничтожной толпы, да. Чмо, блин, да. Кто-то из тех людей, которые, куда ты выходишь в общество, правильно? Ты же, поскольку ты одинокая и ты мымра, куда ты в общество ты выходишь все равно. Да. В магазин, на работу какую-нибудь ничтожную свою, или тем более это самое. А, ну у тебя большая, красивая, мощная работа, да. Меня это не касается. И там, ну, естественно, мне насрать, неважно. В общество ты выходишь, да. И, ну, вот такая вот закономерность есть, да, понимаю, знаете, да. Я не сумасшедший, чтобы, понимаешь, вообще с вами связываться. Я как, да, понимаю это. Долгий разговор, я тебе просто, да, живи свою жизнь, на меня вообще не смотри. Ты, да, то есть, как бы, как на человека, который что-то тебе должен, понимаешь, или что. И даже не пытайся что-то там, да, я, ну, она поняла тебя. Да. Живи свою жизнь, да, 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 привлекательную для всех, мразь, да. Ну, да, 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 то есть, типа, там, ну, да, да, это я имею в виду. Одинокая будет жить, ну, потом не касается. Да. Ну вот я говорю, про них, да, да. Не смей думать, да. Ну, как бы, это не для меня, мне это насрать. В принципе, я не живу. Я имею в виду, что сумасшедший, да, да. Я еще раз повторить тебе, да, женщина никого не выбирает, поэтому она никого не ждет. Ее кто-то взял и все просто, понимаешь? Если она не может никого, то у тебя логика что ли работает? Ты что, мужик что ли? У тебя логика есть? Пипец, ты просто, да, ну ладно, не важно. Ну, наверное, у женщин там свои какие-то эмоции или что у них там. Меня это не касается. Ну, получается, по идее, значит, она бесчувственная, да. Да, понимаю, да. Ну да, наверное. Ну, я понимаю, наоборот, просто. Ну и что дальше? И что, да? Да, вообще уроды такие, да. Да нет, наоборот, ну да. Ну, нормально играет он, значит. А, ну да. Ну вот и все, остается на Денису выйдет. Ну, в принципе, да. Ну, браво просто, да. А, ну да, шутка такая. Потом поймешь, насколько, да, что, насколько это безобразно просто. Ну, я как раз и думаю о себе только. Я только о себе и думаю, то есть, понимаешь? Понимаешь? Эмоциональный реакцион. Ну я просто, знаешь, как бы то, что какой-то как клад как чего-то добра, скажем так, да, да, понимаю. Настоящести какой-то. Да. То есть как это так можно, это просто. Еще раз я тебе говорю, женщины, да, то есть ждать это, ну, это не задача женская, так скажем, да. Это, ну, своего мужа.